Обстановка на дорогах Речицкого региона продолжает оставаться сложной. За неполные 12 месяцев на территории района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, 5 погибли. Очередная трагедия произошла накануне выходных вблизи агроградка Заспа. Как сообщили в госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря в 19:05 недалеко от поворота на населенный пункт Заспа. 27-летний водитель на легковом автомобиле Audi двигался по автодороге Речица-Лоев в направлении города Речицы. Около поворота на агрогородок Заспа он совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая внезапно выбежала на дорогу вне пешеходного перехода из-за стоящего на остановке автобуса. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, причиной трагедии стала невнимательность пешехода, а также нарушение правил дорожного движения. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. Хочется отметить, что основная масса наездов на пеших участников дорожного движения совершается в темное время суток. Основные причины трагедии – игнорирование элементарных правил безопасного поведения на дороге. Переход в неустановленном месте, неожиданное появление на дороге, нахождение на проезжей части без световозвращающих элементов. Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными, двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочине. При ограниченной видимости и в темное время суток пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами. При этом важно, чтобы световозвращатели были видны водителю. За нарушение правил дорожного движения пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же пеший участник дорожного движения в момент совершения правонарушения находился в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин.